Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на воздухоочистителе Dyson Pure Cool TP04 можно изменить направление потока воздуха. Сейчас у нас воздух идет вот отсюда, из этих щелей. Что мы делаем? Мы с вами нажимаем на данный значок, нажимаем, показывая пультом вот сюда. И как видите, появляется иконка того, что теперь воздух будет выходить не из боковых отверстий, а давайте я проверну. Вот отсюда он будет идти назад. То есть, если я поставлю руку, я буду чувствовать, как он дует. Чтобы вернуть к изначальному положению, просто нажимаем на эту клавишу еще раз. И показывается, что снова будет дуть к нам вперед. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!